Из чего я должен тебя слушать? Ай, да ладно. Блять, иди нахуй. Яб твою знать. Ебал, чмошник, дырявый. Еблан. Хуила, сука, чмошник. Я тебя ебал. Хуило, книги. Да я осуждаю осуждаю. Правильно выражаться темнокожий человек. Либо говори молодой книгер. Правильнее сказать. Да, это... Я максимально осуждаю и скипаю это говно. Я максимально осуждаю. Дурачок, надо на тебе максимальное осуждение. Игры тоналка. Из чего я должен тебя слушать? Ай, никакой да не ладно. Пользуюсь. Да, да. Однажды в один город приехал цирк с черным куполом. Там были черные слоны и черные клоуны. Но самым главным там был такой дяденька в черной маске, которую он никогда не снимал. И звали его... Пидорас! Осуждаю! Смотря такие высказывания! Я максимально осуждаю такие высказывания. Держи монетку. Тебе пригодится. Привет, Валера. Нам очень нравится смотреть Ибо вместе с женой. Кстати, жена, передай привет. Привет. Спасибо за то, что поднимаешь настроение в этот выходной. И еще один момент специально для тебя, братик. Негры, пидорас. Я осуждаю максимально такие высказывания, семья Быдланов. Максимально осуждаю такие высказывания. Два черта чисто плодятся. Максимально осуждение. Чисто фуфелы про фурсет комнатная. Максимально осуждаю такие высказывания.